Ребят, всем привет! Утренний привет! Время 8 утра, мы собрались за грибами. У нас пошел белый гриб. Сейчас поедем, посмотрим. Я еще пока дома, собираемся. Так что, ребят, давайте все, что нарежем, добудем, все вам покажу и буду рассказывать. Погнали! Один. О, какие! Тут уже лисички нарезал дед. Еще один. А это уже подберезовик. Да, это не белый. Подберезовик. Ладно, поедем дальше. О, так это, мы тут не первые, ребят. Ага. Тут стан целый. Тут уже все украдено до нас. Видимо, перспективное место было. Тут уже все. Право, дорога, вот прямо. Прямо? Вот, ребятки. Переехали на другое место. Нашли, сразу вылезли из машины. Там вон лисички, лопухи стоят. Даже брать не стал. Сейчас посмотрим. Тоже уже хожено. Тоже хожено. Машин, народу. Все как на Красном проспекте, блин. Вот он стоит, еще один. Смотрите, вон еще один. Вот он. О, красавцы какие. Смотрите, ребят, оп, чистенький, самый лучший гриб, где-то тут я еще видел, ох, какой, вот это уже поболе будет, о, какой, красавец, вот это гриб, всем грибам гриб, чистейший, Вадь, иди забери или ведро подай. Опа! О, какие! Букет! Хорошо. Держи, Вадик. Сейчас я еще тут погляжу. Вот тут там три штуки было. И еще вот, ребята. Ой, хорошие. О! Ай да грибочки! Вот, ребят, хотел показать вам лисички какие здоровые. Нафиг даже брать не буду, пускай стоят. Вот какие здоровущие. О, полянка. Макс, не бегай по грибам. Вот он. Оп, раз. Вот здесь где-то еще. Вот два. Вот два стоит. Малыш. Погоди, тут еще где-то был. Вот он прям у вас перед ногой. Вот. Впереди, впереди, вот он. Вот он спрятался, змей такой. Вон шляпа. Вон шляпа. О, такой. Пес, пес. Это уже сломленный, старый. Ножка-то пойдет. Посмотри. Да выкинь ее, бать. Ну-ка сейчас вот здесь пойдем подальше. О, режь его. Я поснимаю. Три штуки, полянка. Четыре. А где четвертый? Вот он. А, рядышком. Вот. Хорошие. Режь. Да, сейчас подам. А вот еще, смотри, как возле ведра стоит прям. А вон еще один. А вон еще один. Ох, какие. Вот они, ребят, смотрите. Оп.
возле ведра прям. А вот еще один, смотри, малыш. Молоденький. Оп, ага, не он. Так, шибочка вышла. Погонь. А похож был. Дальше нету, да? Вот местечко такая, полянка. Хоп, наткнулись. На чистом месте. Вот мухомор. Смотрите, какой мухомор стоит. Красивый. Берем? А, нет. Рабатку берем. Молодых только, Вадик. Вот как того я срезал. Вот. Возле машины прям, ребят, лежит. Смотрите, оп. Раз. А вот два. Низенький какой-то этот. Ох, нынче пошел гриб. Два. Вот они. О, какие. О, муравейник какой, ребят. Жизнь идет на нем. Кишит. Муравьишки, муравьишки. О, какие елочки тут в лесу. И вот стоят волнушечки, ребята. Смотрите, красивые какие. Ну, не буду, они у нас единицы попадаются, не буду брать. А белых здесь нет, а бабки есть подберезовики? Белых в этом месте не видать. Сейчас вот тут посмотрим. Да, вот здесь поглядим сейчас. Вот он, смотрите, красавец. Макс спнул уже одного, змей такой. Вот он, нашел. Сейчас мы его срежем. Во, во какой. Пес, ты зачем гриб сломал? Ну-ка, уйди отсюда. Смотрите, какой, ребят. Оп. О, какой здоровый. А рядом еще маленький. Вот он рядом, маленький малыш совсем. А этот, смотрите, гнилой. Ну ладно, возьмем, посмотрим, обрежем. Вот он. А еще поворачиваемся и удивляемся еще одному. Белые, все белые. Вот они, несите ведро. Тоже, смотрите, гниловатый. Ну ладно. Он уже трухлявый стоит, старый. Вот. Тут не видно. Сейчас, погоди, тут есть маленько. Место такое чистое. Не. Ведро возьмите. Вот лежит кучка. Вот еще стоит. Какой хороший. А, это какая-то погонь. Что это за погонь? Мухомор, может, какой-то вид. Тоже погонь стоит. Ну все, на этом пятаке вроде ничего нету. Вот. Я не одна ездил. Вау. Возвышенность выйдем, надо посмотреть где-нибудь. Да, где заездов нет. Вот. Пробираемся лесными дорожками за грибами. Вот заезд, какой-то съезд в сторону. Ребят, нынче столько в ягоды в лесу, рябины. Всякой калины, вон рябины, кусты рябиновые красивые.
красивое. Винище будет. Скоро она дозреет. А в этом месте пока груздень. Ой, груздей, говорю. Кстати, грузди скоро пойдут, уже попадаются. Пока белых не видать. Мухомор пес спнул. Ну какой мухоморище красивый. Ребят, куст калины. Всякой ягоды хватает в лесу. Вот какой малыш стоит, ребятки. Опа, смотрите. Малыш прям. Ох. Так. Один, главное. О, что это у нас? Молоденькие подберезовики. Тоже на клади креш. А вот еще стоят. Да, давай ведро. Вот они, молоденькие. Какие. Опа. О, ребят, наткнулся. Подберезовиков тьма, блин. А вот беленький один. Я уже не собираю их, подберезовики эти. О, какой чистый. Хороший. Вот еще один беленький. Стоит уже побольше. Опа. Это, о, хороший. Ребят, смотрите, какая необъятная береза. Вот дед стоит, да, бать? Да тут в два обхвата не обхватишь, смотри. Ё-моё. Вот под такими березками и есть белый гриб растет. Смотри, что. Ни хрена себе. Ладно, пойдем поищем тут. Тут трава тут. Трава такая неудачная. А, кстати, ничего места-то, ребят. Вон их тут стоит. Опа-на. Так. Один. Один. Вот, по-моему, второй спрятался, стоит. Вот он. Смотрите, ребят. Какой, кто-то его сожрал, но он целый. Вот он, чистенький. Вот третий. А нет. Трава какая, а, здесь? Ну-ка, Вадик, где там ты напластал? Аккуратно иди, здесь могут быть еще. Разгребай. О! Вот эта шляпа, ну это понятно переросший, но я его срежу, посмотрю. О, не, он гнилой весь. Хотя нифига стоят. Опа! О, какой. Опа! Вот еще вот малыш стоит. Вот он. О, какой. Давай переросли. Ну, может, не будем брать? Ну, нет, они шляпают. О. О, ведерко полное белых уже. Так, тут еще можно посмотреть. Вот они, ну, большой нафиг он нужен. Большие, большие неинтересно. Здоровый, жидкий. Травище какая. Вот он спрятался. Вот он. Оп. А вон еще один рядом. Оп. Вот еще один. А нет, это не белый. Да, тут в траве, блин, офигеть. Наклоняешься и смотришь. Вот еще красавец какой. Опа. Оп. Чистенький. Хороший. Тут, может, еще будет. Вот еще один. Смотрите, ребята. Еще один какой. Но этот уже все. Нет. А вот рядом уже. Рядом. Смотрите, ребятки. Рядом. Какой хороший. Хороший стоит. Оп. О, какой. О, какой хороший. Вон они, ребята, если видно, еще стоят. В траве прям два. Рядышком. Вот они. Красавцы. Мася! Не ломай грибы. Ох, хороший какой, ядреный, чистый. Оп! Я там был. Вот. На. Пес! Пес! Пес!
Ты что, кайфуешь? Все грибы поломал. Ребят, смотрите, белый вырос какой-то ямки. Ядреный. О, какой ядреный. Так. Красавец. Какой-то желтый растет еще. Непонятный. О, какие ребятки стоят. Молоденькие. А я снимаю. А видео-то не включил вам. Уже нарезал ведро. Молоденькие. Вот они. Вот и все. Вот эта полянка мы зашли. Вижу, я там видел. О, да мы уже ведро нарезали. Неси черное, Вадик. Да. По, молодые какие. О, какие грибочки. Не знаю. Вот под этим. Вот. А, вижу еще молоденький. И вот тут под ним еще. И этот режь. И этот тоже. Ниже. Опа. Ниже. Ну-ка. О, какой. Так. Ну-ка на его посмотри. А вот молоденький за ним же стоял. Нормальный? Опа. Есть. Вон два, смотри. Я видел там сзади. Рядышком. Ну. Вот они. А вон еще и дальше стоят. Слева. Вот он слева. О, ребята наткнулись на место. Никто здесь не был. Сразу видно, грибы растут. Есть. Вон еще один маленький. О, какие. Под черемухой. Под черемухой. Тут место, кстати, не такое чистое. О, какой, смотрите. Напов. Вон, видишь, шляпу. Вижу, я вон там еще видел где-то. Давай, пока Макс тут не подшибал носик. Макс, да, это. Вот он стоит. Вот он. Опа. Так, где еще? Ага, вижу. На, вот этого забери. Молодца. Вот еще одно ведро. О, какой. Здоровенный. О. Чистый. Так, где-то еще я видел. Да и что-то я их не хочу резать. Они что-то совсем не презентабельного вида. Нормальные? Ну-ка давай посмотрим. Во, какие стоят. Ну это. Резрез. Погоди, я сейчас хочу еще молоденьких поискать. Ну, тут молоденькие, вот они все. Вот этот хороший, бери. Эти хорошие. Это я. Ну, зашли сразу, я смотрю, тут. Вот они. Ребятки, стоит какой красавец. Оп. Ну-ка, Вадь, на. Я ведро еще пустое. Вот. Где-то еще был, я видел. Вот. Ага. Вот он какой ядреный. Вот это место мы зашли, зачетное. Какие? Где? Вот они. А, и рядом волнушечка, смотри. Угу. Режь их. Режь там у меня сзади. На, положи. Положи. Ну-ка, где-то тут еще видел я. А, вот он стоит. А вон сзади еще один. Опа. О, какой. Ядрен. А вон, вот еще стоит молодыш. Это, говорит, я удачно зашел. Так и мы. Опа. Вот он. А рядом это уже не белый. Ну-ка на, лази. Свинух стоит. Хорошее место было. Ну, ребят, смотрите, уехали километров за 30. Никого. И какой-то ни грибник, никто. Прикиньте, какой он. Спортсмен. Да шпарит хорошо. Вот они. Заехали, ребят, в место, где... Позавчера ты, пап, здесь был, да? 4 ведра тут белых напластал. Тут уже народ был. Ну вот они, смотри. Вот какие молодые. Макс, змей ты такой.
Вот они, какие красавцы. Вот, я видел. Под черемуха. Вот там еще один пакет у нас в пакете. Вон у них сколько стоит. Под черемуха, ребятки, прямо так. На, возьми. Вот еще один молодой. Опа. Держи. Вот еще, я вижу. Оп, есть. Но. Вот еще один. Опа. Держи. Где, не вижу, где махонький. Вот. А, вот он какой. Ой, спрятался. Опа. Держи. Вот. Это вижу. Вот. Да, это уже вон стоит, смотри какой. Вон еще. Вон их полно. Тут уже напластаем. Иди отсюда. Напластаем. Свалил. Гриб сломал. Держи. Погоди, вот еще. Тут уже мы напластаем сейчас. Держи. Так, вот, здоровущий. Посмотрим, да он чистый вроде, жесткий. Я даже срезать не могу. О, о какой. Вон маг сбил. Где? Ага. Ну на его так ложи. О какой. Так, там дома обрежем. Вон он. Вижу. Вот еще. О, грибов нынче. Смотри, а я говорил, надо заехать сюда. Держи. Я вижу, вот они. Вот. Вот еще один малыш. Опа, раз. А вот еще один. Вот он. Вот он. Опа, два. О, какие. Так, погоди, здесь где-то вот еще один стоит. А, вот они, два. Ну-ка. Оп, оп. Оп. О, какие хорошие. Я уж думал, нынче не будет белых. Вот еще один. Где? Вот. Ага, вижу, вот он, нифига, я бы его прошел, как это один. А может быть и нет. Так. Я видел этого, вон стоит. Вон дальше стоит. Вон два в грызу. Ну. Белки или мыши, кто их знает, кто я тут грыз, что? О, чистый. Вот еще. Васька, что-то там ничего не нашел? А мы тут поляну выкосили. Молоденькие прям, ядреные. Вот они. Тут их три штуки. О, ребятки. Ну что-то все съедены какие-то. Ну ничего. Ножки пойдут. Возьмем. Погоди, надо тут пошариться по этому пятаку. Ничего мы тут не пропустили. Ничего мы тут не пропустили. Ах, эти поганки какие-то растут. Ребят, тут где-то медведь ходит, говорят. Пока следов не замечено. Сейчас вот здесь глянем. Хороший пятак, сразу ведро. Вот он стоит. Вот он стоит, красавец. Берем. Вот он, раз. О, вот он два, а вот он три. Сразу. Три штука. А этот, а вот еще один малыш. О, какие. Так. Есть кто рядом с пакетом? Вот он. Убежали куда-то грибники мои. А у меня ведра пакета нет полно, все. Так. Ребят, мухоморчики красивые, тоже сниму вам, покажу. Вот они, в завалах растут. Вон еще стоит.
Вот белый стоит, а вот еще мухомор. Вон сколько мухоморов. А вот раз белый, два белый. И тут молоденький, пап. Сейчас я к тебе приду. У тебя пакет с собой? Он полный уже. Вот они, красавцы. Раз. Два. Вот они. Ах, тут семья их. Тут их. Смотрите, ребят, я вам сейчас покажу. Вот они. Три гриба. О! Красота! Красота! Вот они. Вот они, красавцы. Вот они. Вот они, рядочек. Вот они. Это вот петушки, которые собираются. А, ну. Вот он, один. Сейчас я этих соберу. Так, где там дед показывает? Так. Вот, ну стой. Вижу. На пакет возьми, пап. На. Тут и пес у нас. Пес. Вон мухомор какой стоит. Вот он молоденький, ребята. Смотрите. Оп, пониже его. Хоп, есть. Какой красавец. Я там, Вадик, уже прошел все. Откуда они здесь? Я сюда и не полез. А вот такое место у них тут. В завалах, да? Я тоже включил камеру. Я дошел до сюда, думаю, что дальше. Включил камеру мухоморы поснимать. А тут белые поперли. Вот он стоит, смотрите, какой красавец. Вот он. Вот он, родной. На-ка. Вот он. Держи. Да, он шляпы большие были, маленькие тоже. Ребята, лес уже у нас зазолотился, начинает уже желтеть. Через неделю у нас, какую неделю? Все, в субботу у нас открытие охоты, ребят. Уезжаем мы, так что будут ролики другие. Думаю, этот выпуск я сделаю до открытия. Да, пес? И на охоту попрем. Он уже... Иду, вон грибы нашли мужики. О, дед куда-то залез в дебри, звал меня. Что там, пап? Вот он стоит, сразу вижу. Вот он какой, красавец. Перед охотой у нас тихая охота получается, ребятки. Где, вот где-то я еще видел. Вот он. На-ка его. О, в завалах растут, ребят. Он молоденький какой, ты прошел. Ой, какой хороший. Вот он. Малыш совсем спрятался. Так вот его берем с собой. Так, на пакет. Думаю, у нас уже складывать некуда будет. Багажник большой, да? О, ребят, смотрите, где растут. Да, я его вижу. Забирай его, Вадик. Забирай его. Вон он стоит. Режь его. О, какие завалы. И тут растут белые грибы. Вот, ребят, в завалах в самих, смотрите. Вот он стоит. Притаился. Красавец. Оп. Полезай в котомку. Ну-ка, посмотрим низом. Никто не видит. Может, я пропустил что? О, ребят, семья какая, смотрите. 3/4 вдалеке стоит. Переехали в другое место, и вот сразу стоит. Ну, тут уже кто-то был до нас, резано. А вот костянка, вызревшая уже. Посмотрим. И чистое такое местечко прям. Тропы исхожены. Вот он. Режь его, Вадик. А он еще рядом, по-моему. Вот или это? Поганка это? Поганка. Ну да, единицы. Что пропустили, то осталось. Все, ребят.
набрали, побрали, побывали. Вот такая тихая охота у нас получилась. Такие вот красавцы. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, можете вниз. Дальше будет только интересней. Скоро начнется охота. Все, ребят, всем пока!